Доброго здоровья! С вами снова мы. Здравствуйте, друзья! И сегодня мы рассмотрим тему климата. Лето 2021 года принесло с собой, кроме небывалой жары, множество других аномалий, с которыми столкнулись все континенты. Так, в ЮАР впервые в истории выпал снег. Япония побила все исторические рекорды летней температуры. Китай тонет. В Бразилии то засуха, то ледяной холод, несвойственный этой широте. В общем, приключений хватает, с избытком. Затронули эти приключения и Европу. Перманентный потоп в Бельгии и в Германии. Гигантский град в Италии. Смерчи в средней полосе России, чего не было отродясь. Однако похоже, что природа готовит континенту очередной сюрприз. Данный скрин сделан в ночь на 30 июля 2021 года. На карте отражено распределение температуры. Как можно видеть, Черное море, Средиземное море, Красное море и Каспий, Аральское море и Персидский залив имеют выраженную аномалию температуры по сравнению с берегом. Разница очень жесткая и четко проходит по границе берег моря, что лучше видно на примере Турции. В среднем разница температур берег моря составляет 10 градусов. У турок разница доходит до 20 градусов. Так не бывает. Сейчас на скрине вы видите распределение температуры в Северной Америке, где все в пределах нормы. Так воздух над Мексиканским заливом прогрет до 35 градусов. И такая же температура в Мексике и в Техасе. То есть все распределяется равномерно. Почему же такая яркая демаркация в Европе, в Средней Азии и на Ближнем Востоке? Нечто подобное бывает на карте осенью, когда приходит холодный циклон с севера или с Атлантики, сдувая теплый воздух с материка. Но прогретое море отдает тепло, и над морем воздух теплее. Но даже и в этом случае тепло и на побережье, причем теплый морской воздух может заходить на сотни километров вглубь материка. Однако сейчас определенно не осень, и граница тепло-холодно очень жесткая. Как это объяснить? Первое, что приходит в голову, это какой-то геологический процесс под Европой. Все набравшие тепло моря находятся на разломах. Мантия там поближе, поэтому, может быть, мантия что-то дополнительно излучает, заставляя моря как бы слегка кипеть. Второе возможное объяснение предполагает какие-то игры глобалистов с климатом, которые сейчас подозревают очень многие. Так, у ряда конспирологов есть мнение, что климат намеренно пускают в разнос, чтобы усугубить хаос, нарастающий с каждым днем из-за пандемии и на фоне которого будет провозглашен новый мировой порядок, которому измученные люди будут страшно рады. Однако механизм такого четкого прогрева морей системами типа ХАРП не очень понятен, поскольку такие установки работают по огромным площадям. И вычертить аномалию строго над тем или иным морем невозможно. С другой стороны, всех современных технологий управления климатом мы не знаем. Так что, может быть, глобалисты научились как-то подогревать и моря. Тем не менее, что можно сказать точно, и при любом варианте ответа на вопрос выше, подобное температурное распределение не предвещает ничего хорошего. Скоро погода как-то бахнет, причем в регионах, где моря затронула температурная аномалия. То есть жителям берега Средиземного моря и Каспия, людям на Черном море и живущим на побережье залива, нужно приготовиться к погодным сюрпризам. Хотя, конечно, сюрпризы могут быть и геологические, так что следим за развитием событий. Руслан, а ты как считаешь, с чем связаны погодные аномалии, которые сейчас происходят? Кое-какие подозрения были в правильную сторону. Но причина не одна, не две. Причин несколько. И одна из них, возможно, очень значимая. За счет чего можно осуществлять данные нагревания? Я живу относительно давно и помню погодные аномалии десятилетия назад. И ближайшая аномалия, которая была похожа на эту, 2010 год. В этом году жара была неимоверная. Даже в Петербурге столбик термометра поднимался где-то до 35 градусов жары, что для Питера слишком необычно, потому что в Петербурге обычно лето дождливое и прохладное.
20-22 градуса – это средняя температура. А тут большую часть дней июля и августа жара стояла выше 30 градусов. То же самое и даже жарче было в Москве. И тут на память мне приходит еще более раннее время аномальной жары. Это лето 1999 года. И замечаете ли вы закономерность? А она состоит в 11-летнем цикле. То есть между этими годами 11 лет. И если смотреть еще более раннее прошлое, минусуя 11 лет, то это 1988 год. Я помню это лето. Я помню, что мне было в моей футболке очень жарко. Если отматывать еще в более ранние периоды, это 1977 год, это я помню слабо. Я был тогда маленький, 5-летний ребенок. Но хотя бы эти три даты я помню более-менее четко. И это указывает на 11-летнюю активность Солнца. То есть каждые 11 лет Солнце максимально активно. Но это зависит не только от Солнца, потому что там, где облачность, то излучение Солнца значительно смягчаются. На Земле это можно регулировать формированием облаков и туч в определенных местах и очищение от них тех мест, которые надо. И этим кое-кто занимается. Да, у нас климат регулируется. И самая крупная и известная станция, такая как ХАРП, принимает в этом участие, хотя не только она. И у нас на Земле между корпоративными группировками идет конкурентная борьба. В том числе и через направленное климатическое влияние на определенные участки планеты. То есть это экономическая и политическая война за сферы влияния, за финансы, за власть и другие причины. Руслан, также сейчас идут лесные пожары в Якутии и в Турции. Что может грозить ускорением глобального потепления за счет выброса большого количества газов, вызывающих парниковый эффект? Такую оценку дают ученые. И как ты вот это прокомментируешь? Идет ли глобальное потепление и действительно ли оно ускоряется через многочисленные пожары, которые происходят? Глобальное потепление – очень неоднозначное понятие. Да, оно происходит, но в определенных местах и в определенное время. Да, глобальное потепление потихоньку наступает, но оно идет неравномерно. Оно происходит волнообразно. То есть волна потепления, потом откат назад, похолодание. Волна потепления, похолодание. И немного смещения в более теплую сторону. Волна чуть выше потепления, потом следующий период еще чуть выше. Потом откат назад и чуть ниже. И зимой может быть даже усиленное похолодание. Но это происходит неравномерно по планете. Поскольку сама планета последние годы иногда получает тоже некоторые сдвиги. И это все регулируется тоже определенными разумами. И потепление стоит ожидать в кое-каких самых холодных наших частях планеты. Например, Антарктида. Волнообразное потепление продолжается и пока будет продолжаться. То есть летом большее потепление, которое будет размораживать определенные участки Антарктиды, постепенно освобождать ото льда. Земля в последние годы неустойчива, ее немного сдвигают, а потом возвращают на прежнюю орбиту. За Землю идет тоже борьба, за влияние на Землю. Это идет со стороны определенных сил, которые обладают соответствующими возможностями. Влияние на планету Земля и другие планеты Солнечной системы. Поэтому да, в определенных областях планеты идет постепенное волнообразное
потепления. Но поскольку у нас пока не планируется потепление на всей планете, то сдвиги и колебания Земли приводят к похолоданию на других участках Земли. И тоже то потепление, то похолодание. Хотя пока все идет к глобальному потеплению и повышению уровня мирового океана. Но потом, после этого, ожидается малый ледниковый период. Когда закончится потепление и начнется ледниковый период, это еще не решено. Это регулируется не людьми. Вот, если кратко, ответил Илья на вопрос о климатических изменениях на Земле. Но если у вас в связи с этой информацией возникли новые вопросы или уточнения, или вас интересуют подробности, то можете писать в комментариях под этим видео эти вопросы и свою информацию. Если вы свои вопросы напишите в комментариях под видео, то, возможно, если они будут интересными, мы ответим и на них. И, возможно, у вас есть другие версии причин происходящих событий, о которых вы можете написать в комментариях под видео. Мне будет интересно их почитать. И на этом я с вами прощаюсь. До следующих встреч!